Да? Какой я красивый отсюда. Отсюда другая камера снимает. Но, тем не менее. Так. Доброго здоровья. И поговорим о том, о сём. Начнем с ответов на ваши замечания. Вот Ирина Мухова пишет. Геннадий Петрович, спасибо за ваше видео. Есть о чем поразмышлять. Это очень хорошо, когда дается такая информация, которая наводит на разного рода размышления, которые начинают потихонечку влиять на вашу жизнь и так, что вы чувствуете, что жизнь становится лучше. Это очень важно, такие размышления. И, естественно, тот человек, который вас пододвигает на это уже хороший человек. Хочу вас поддержать, не обращайте внимания на недоброжелателей, они неотъемлемая часть нашего бытия. Предполагаю, что их активность будет расти вместе с вашей популярностью. Так бывает, к сожалению. Ну, что касается популярности, то YouTube мне ее как-то особо не прибавит. Это так, к слову. И вот теперь я хочу остановиться и поговорить. Активность недоброжелателей. Вот смотрите. Человек, ну, лучше так. Я возьму себя. Вот я там прочитал или посмотрел какое-то видео, оно там мне там понравилось, не понравилось. И я начинаю высказывать, не зная этого человека. Вот я о нем где-то там слышал, может несколько там раз видел. Я начинаю высказывать о нем там свое какое-то мнение, согласно там представлениям, которые у меня там возникли. И причем эти представления возникают из-за незрелости ума, какие-то негативные. То есть я начинаю генерировать, ну в первую очередь, смотрите, если человек мне не понравился, я раздражаюсь. Вот смотрите, этот какой-то там Малахов, этот вот такой-сякой там брюхатый, толстятый, что-то там он пытается мне там рассказать, что-то показать, там, когда кругом много там специалистов, кстати, это тоже такая тема. То есть я начинаю окружать себя негативом. Задайте вот эти все хейтеры, мейтеры и так далее, задайте себе простой вопрос, зачем вам необходимо себя погружать в негатив? Если вас что-то провоцирует на негатив, это говорит о том, что он у вас уже есть внутри. То есть вы уже заражены вот этой вот чернотой негатива. Вам надо от него избавляться. И вот я лично, когда у меня такое, были различные ситуации, там, допустим, те же дети, которые у меня росли, не могли завязывать шнурки, там еще что-нибудь там такое, там кричали, орали, там, допустим, там был недоволен там родителями, был недоволен там некоторыми своими там друзьями. И я думал, что это плохие люди меня тут окружают, они плохие, негодяи, вот так вот из-за них я срываюсь, я злюсь, я еще что-то делаю. Нет, дорогие мои хейтеры. В первую очередь, червоточина находится у вас в сознании, в вашем сознании. И вот это вот все, что вы там смотрите, и все, что видите, и все, что вызывает у вас якобы негатив, якобы какое-то отрицание, это говорит о том, что говнецо-то в вас есть. И сразу вы реагируете на это вот этим вот душком. Зачем? Вы окружаете себя негативом. Раз вы посмотрели вот это видео, оно у вас вызвало негатив, задайте себе сначала такой вот вопрос. Или там человека встретили. А почему
я так реагирую на это. Якобы там у меня там справедливость есть, якобы там я много знаю, якобы еще что-то еще. Но если вас это раздражает, понимаете, вот просто раздражает, просто вы начинаете негодовать, вы начинаете там что-то писать, это говорит о том, что у вас есть духовный изъян, духовное несовершенство, которое этот человек вам помог обнаружить. Скажите ему большое спасибо, огромное, и поработайте над собой. Почему вы на него злитесь? Почему вы так реагируете? Реагирует некая часть вас, которую надо проработать, и которая вас тянет в пучину негатива. Зачем это вам надо? И вот это вот вроде бы как там рассылает этот негатив, туда-сюда, я там пишу, там высказываю там свое мнение. Мнение должно быть конструктивное. Если вы говорите о плагиате, то скажите, вот, смотрите, я вот прочитал, вот здесь вот вы взяли, допустим, у Поля Брыга, а здесь вы взяли у Майка Гулан, а здесь вы взяли у Неумывакина, а здесь вы взяли у Шаталова, а здесь вы взяли, и вы приводите это все. Но этого же нету, понимаете? Вы просто так вот что-то бросаетесь, то есть негатив, и вы притягиваете этот негатив еще больше к себе. И естественно, он начинает давить, раздавливать. Он действует через судьбу, через здоровье, через отношения с близкими. Вас вот действительно никто не учил, никто вам не показывал. Уж извините, что я тут выступлю в роли там учителя, потому что я сам был такой. Искал там где-то там такие вот закорлюки. Ага, чем этот человек там... Если вроде как он лучше меня, а найти такую закорлюченную, такую какую-то черное пятнышко, чтобы сказать, нет, он все-таки хуже меня. Каждый человек находится на своей степени развития, на ступени, и на этой ступени совершенствуйтесь. Но вот этот вот, не окружайте себя негативом, а особенно интернет вам все это позволяет, YouTube позволяет, и вы думаете, вот хорошо вы там делаете. Да в первую очередь вы вредите себе. Далее, я уж так скажу, вы не знаете, с кем вы, это не касается лично меня, а вообще, с кем вы имеете дело, что за силы стоят за этим человеком. Породив негатив и пустив его в эфир, и если тот человек абсолютно ваш этот негатив не воспринимает, он возвращается к вам назад, как снежный ком, обрастая подобным. И все это опять вас окружает и отравляет жизнь. То есть мы говорим много об экологии, экология, вот чтобы хорошо дышалось, чтобы почва чистая была, вода чистая была, вот тут зелень была и так далее. Но мы не говорим о психической экологии. Когда мы окружили себя настолько огромным негативом, что он даже начинает вонять материально. Задумайтесь о том, что вы делаете, что вы делаете. Вы в первую очередь себя губите. А тут у вас есть шанс, что вот это у вас черта характера гнилая, которая вот это вот заставляет. Если вы что-то хотите сделать, сказать, то конкретно сказали, это будет действительно тогда тому человеку, что он, ага, надо там что-то меняться, что это справедливо. И вы, как бы сказать, растете в этом плане, что вы умнее становитесь, а не просто так сказать, а, да этот, извините, человек, это дурак и все, и вот он дурак, и дураковский, и все, даже не соизволил показать, а в чем его конкретно дурость, вот дурость вот в том, дурость вот в этом, я же про плагиат я уже прошел, задумайтесь на этом. Хейтерам это посвящаю я. Видосик, ю-моёсик. Благодарю за просмотр.
Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!